Значит, давайте вам сейчас расскажу, как связать вот такое платье из Ализе Пуффи Файн. Я его вязала, пряжа с петельками. Пряжа 100 грамм, 14,5 метров. На данное платье у меня ушло, расход мой получается, 4 мотка. Можете брать смело 4 моточка одного цвета, либо же, как у меня, 2 мотка одного цвета и 2 мотка другого цвета. Это про пряжу. Так, сейчас про расчеты. Значит, смотрите, вот еще кончики даже не спрятала все. Про размеры, что касается, значит, смотрите, связала я резинку здесь 8 сантиметров на высоту. Общая высота, то есть до того места, когда мы уже начинаем вывязывать наши вот эти вот шлеечки, от начала 71 сантиметр. Длина шлейка в сложенном состоянии 20 сантиметров. Общая длина изделия вот от плеча, получается, до низа платье 91 сантиметр и ширина 46,5 сантиметров. Вязала я на размер 44, получается обхват груди 92 и обхват бедер 92 у меня. Вот такие расчеты в сантиметрах. Так, и сейчас расскажу вам попетельно, сколько петель я отсчитывала. Значит, смотрите, изначально я отсчитала 70 петель. Отсчитываем 70 петель, соединяем сразу же в круг наши петли и начинаем вязать уже по кругу резинкой 1 на 1, 6 рядов в высоту. 6 рядов в высоту провязали, и от этого места уже начиная мы провязываем 45 рядов вверх лицевыми петлями. Давайте я запишу, получается 70 петель, 6 рядов идет у нас резинка 1 на 1. Сразу после нее идет 45 рядов лицевые петли по кругу. Так, и уже дальше мы начинаем вывязывать вот эти вот наши шлеечки, на которых у нас все будет держаться. Значит, смотрите, каким образом. Сейчас я вам все покажу. Значит, вот наше платье. Шлейки у меня составляют ширину 6 петель. По 6 петель. То есть на перед у меня должно быть 6 петель и на спинку. Начало ряда у меня вот здесь. Пускай это будет спинка, потому что это, ну, не принципиально. Потому что оно смотрится с двух сторон одинаково. И начиная вот с этой стороны, я постаралась равномерно распределить петли. У меня здесь 13 посередине и вот здесь вот уже по 10 петель. Так, начало ряда вот здесь. Каким образом мы провязываем следующий ряд после того, как мы уже провязали наших 45 петелек? Мы уже будем вывязывать наши шлеечки и вяжем вот сюда 10 петелек, вот этих провязываем. Так, провязали их. Далее мы провязываем наших 6 петелек. Вот это вот первое, второе. Провязали 6 петелек. И когда мы их провязали, мы начинаем уже вот с этого момента вязать поворотными рядами туда и обратно 6 наших петелек вот этих на высоту 20 рядов. Мы провязываем нашу шлейку. Провязали нашу шлейку на высоту 20 рядов. И вот эти 10 петель мы закрываем вот в этом направлении. Вот сюда мы их закрываем. Вот каким образом. То есть вот я провязала 10 петель плюс 6 петель. Начала вязать поворотными рядами. Провязала 20 рядов, как мне нужно было. Закрываю 10 петелек вот сюда, вот к спинке к моей, получается так. Закрыла. И соединяю вот этих 6 петелек моих, вот этих 6 петелек шлейки, я соединяю со спинкой. Петля в петлю и закрываю вот здесь вот изнутри их. Я их закрыла. Все. И далее начинаю вязать уже по кругу. Вот сюда 13 петель, 6 петель я провязала. Вот от этого места получается. Вот здесь я закрыла. У меня уже нет 10 и 6 петель. И 6 петель спереди. У меня их уже нет. Я начинаю вязать вот от этого места 13 петель, 6 петель, 10 петель и 6 петель я провязываю. Провязала. Это вот
до этого момента, вернулась по кругу сюда, закрываю вот эти центральные 13 петелек. Я их закрываю уже вот в этом направлении, то есть влево. Я их закрываю, 13 петелечек, закрыла. Все, соединила здесь эту петельку последнюю и уже начинаю вот эти 6 петель вязать по поворотными рядами на высоту тоже 20 рядов. Провязываю на высоту 20 рядов, провязала их. У меня еще не закрыты вот эти 10 петель и вот эти вот 13 петелек, они у меня еще не закрыты. Мне их нужно закрыть. Значит, я вот эти 10 петель закрываю сюда к 6, и вот эти 13 вот сюда к этим 6 петлям закрываю. Здесь у меня остается 6 петелек этих. Я их друг к дружке соединяю и тоже закрываю все вот таким вот образом, в принципе. И все, и наше платье готово буквально за пару вечеров. Если постараться, то за один день его вполне можно связать. Ничего сложного нет. Так что вяжите и носите с удовольствием. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. На все постараюсь ответить.